Сугроб был домом для пса. Он замерз и едва не уснул навсегда, но помощь пришла вовремя. Тяжела судьба бездомного пса, особенно не просто приходится животным зимой. И дело даже не в голоде, а в том, что питомцам негде выспаться. Двери подъездов закрыты добрыми людьми, и когда на улице становится все холоднее и холоднее, а животные бродят сутками в поисках тепла, в какой-то момент они просто падают без сил. Этого песика зовут Тихон. Дворняга тоже не выдержал холодов и однажды свалился прямо в сугроб. Наверное, он счел снег своим домом или последним пристанищем. Питомец лежал там, замерзая насмерть. Еще немного, и он бы уснул в последний раз, но, к счастью, о животном узнала добрая девушка по имени Светлана. Она с друзьями-волонтерами отправилась спасать Тихона. Пса удалось выманить из сугроба, и это случилось как раз вовремя. Животные отправили сначала к ветеринару, а потом на передержку. Светлана оплачивала жилье Тихона и из собственных средств, и с помощью денег, которые собрали неравнодушные люди. Девушка по-прежнему принимает участие в судьбе Тихона. Она